стала историей Великой Отечественной войны. Но война не стерлась из людской памяти, и забыть те дни нельзя, потому что история – это судьба каждого, кто вынес на себе 4 года смертельных боев, 4 года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное мужество на войне и в тылу. Давайте встретим громкими аплодисментами и пригласим на сцену тружеников тыла и народный хор чувашской песни –